Сегодня совершенно особенный день, и то, что сегодня так много народу собралось до того, как начнется концерт, это дань памяти великому музыканту, профессору Московской консерватории Геннадию Николаевичу Рождественскому. Сегодня концерт посвящен именно этому событию, и как приятно, что у нас крепнет традиция, консерваторская новая традиция увековечивания имени тех, кто представляет славу Московской консерватории в этой галерее бюстов. Геннадий Николаевич Рождественский – это именно такая звезда, которая взошла на небосклоне искусства еще в его юные годы. Собственно, его премьера состоялась в Большом театре, когда он еще был совсем юный, со «Спящей красавицей». Его жизнь в консерватории длилась более полувека. Консерватория в год своего 150-летия учредила свою высшую награду для тех, кто ходит по ее коридорам, классам и в то же время является уже зримой славой Московской консерватории. И сейчас в первом корпусе, недалеко от малого зала, где, собственно, уже была такая галерея золотых имен на мраморной доске, сияет его имя. Конечно, Геннадий Николаевич – это созидатель, потому что за ним осталось наследство, которое мы сегодня бережем как нашу уже страницу нашей истории. Это оркестр, который он создал в стенах Московской консерватории, теперь он называется Концертный симфонический оркестр. А также это вот тот коллектив, который сегодня будет выступать. Это капелла, которая также была создана им совместно с молодым тогда еще его последователем, а сегодня художественным руководителем Валерием Кузьмичем Полянским. И вот эта эстафета поколения также сегодня будет подчеркнута этим нашим концертом. И вот сегодня очень радостно, что вот эти ученики, последователи, они и стали инициаторами открытия бюста своего великого учителя. И сегодня мне очень приятно, что вот такая инициатива была проявлена в далеком Китае, в Китайской Народной Республике, где также его ученики, также его единомышленники. И сегодня в этом концерте будет принимать участие дирижер Чан Го Юн, который сам привез этот бюст, он был сделан в Китае. И таким образом это его дар и дар скульптора Джан Бай Тао. Мне очень приятно, что маэстро здесь. Я думаю, что прежде чем мы откроем это скульптурное изображение Геннадия Николаевича Рождественского, маэстро также обратится к нам с приветствием. Прошу вас. Добрый вечер. Но сначала я хочу сказать, что извините за мой плохой русский язык. Это было 22 года назад, я учился здесь, а почти уже забыл. Но я думаю, Геннадий Николаевич не только великий дирижер, но великий педагог и настоящий артист. Поэтому я беру с собой вот его скульптуру из Китая, чтобы благодарю его и благодарю Московской консерватории. Спасибо. Мне очень радостно, что в этот момент вместе с нами Виктория Валентиновна Постникова. Это ближайший друг и единомышленник Геннадия Николаевича. Я, собственно, имел счастье видеть находиться рядом все годы, когда вот этот замечательный творческий союз дарил нам вот те программы, дарил нам те выступления и те книги, которые были созданы. Позвольте вместе с вами, Виктор Валентин, как раз и подойти к этому бюсту с тем, чтобы запечатлеть этот замечательный момент. Выбрала я место рядом
с Виктором.